Обские угры выработали свою систему хранения для продуктов питания и одежды. Все хранилось в свайных строениях, которые называли амбарчиками или лабазами. Эти строения не требуют никаких глобальных строительных работ. Лабаз – это четырехугольный бревенчатый сруб на двух или четырех ногах. Столбы под хозяйственный лабаз вкапывают в землю на глубину около метра, а иногда строение сооружается на корню растущих деревьев, у которых спиливается часть ствола на необходимой высоте. Такие лабазы на корню, на естественных ногах опорах, крепче свайных, они дольше не поддаются гниению и служат хозяину более 20 лет. Высота столбов лабаза составляет от 1,5 до 2 метров, что спасает строение от затопления, а продукты от сырости. Для того, чтобы в лабазы не проникли грузуны, на опорных столбах опорах делается круговая зарубка. Помимо своей практической ценности, эта деталь, без сомнения, вносит декоративный элемент в облик всей постройки, передает ей дополнительную легкость и красоту. Стены хозяйственного лабаза плотно не подгоняют, что обеспечивает свободный доступ воздуха, а вентиляция, как известно, одно из главных условий долговременного и качественного хранения продуктов. Для входа в хозяйственный лабаз прислоняют бревно с зарубками в виде лестницы, а потом его убирают, для того, чтобы туда не попали медведь или росомаха, любители чужих припасов. Что интересно, если бревно, перевернутое вниз зарубками, оно указывало на то, что хозяина нет на стойбище. Хозяйственные лабазы сооружались как на месте промысла, так и в поселке. Таких лабазов было несколько. Вход в хозяйственный лабаз сооружался со стороны главного жилого дома.